67-й год один доцент. Фамилию забыл. Так и пишет, напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вам все полезно. Поговорим. Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает зубы. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Кому и дорогой. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяк не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Три рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, может, и четыре. Все это перемешать. Как? Даша, очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в науке быть и еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылетел, детей подлечил, все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблица есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшипник можно взять. Только пишет, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставом смазку дает 150. Зубровки 2 сотни мистого, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, собственно, так, где сдав? Забываешь, где сустав. А вот желудочно-костыльником надо осторожно. И тут нельзя это, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спиртменом. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом успевать и терпеть. Профессор один пишет, только этим себя и ходим. А вот академик один после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день стал бегать. Случай-то описан был, на Кавказе было, у Тарах он лежал. Ну как-то лежал, как безнадежный. После 3 стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, жена, ну все-все-все. Шутка ли, покойником был? Ну хорошо, кто-то догадался вагон убить. Бегает академик, сейчас он кандидатскую защищает. Значит, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брака, а она ведь хорошо против плеча. Зевуха дает печени простел навсегда. Господи, а на мозг, пожалуйста, хорошо действует ливан. На спиртовый. Правда, надо согревать. Ты когда все время о здоровье ты думаешь, ты знаешь, что против чего. Девушка, и мне, если это ты, чего-нибудь отвечу. We'll be right back.
всякой другой дряни, не помню. И пропала мушка, не исчезла мушка, и нету мушки. И что ж вы думаете, страшная вещь? Пропала мушка, пропали птички, которые ей питали. Пропали птички, появились жучки и тараканы, которые всю день не сожрали. Пропала зелень, пропали косули, антилопы. Голод, пропали тигры, львы. Затерели джунгли, суховей, ветры, пустыня. И все это из-за маленькой мухи. К чему я это говорю? Тут другая цепочка имеется. Вот мне скажите, от чего в мире существует спагет? Работают фабрики, заводы, делают все новое, а то, что им наука помогает. А почему им наука помогает? А то, что ученые по ночам летят, мысли кидают, идеи. А почему они идеи кидают? Да потому что я им по ночам спать не даю. Пою. А почему я пою? Да потому что я пью. И не могу, и буду пить. Так вот, скажи мне, друг мой, имею ли я право учитывать все